Всем приятной жизни. Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Skyrim. Он все ближе к нам. Блин, они, короче, эти... Они, короче, глаза как бы... Вообще, они, короче, как бы жестко упороты, эти чуваки. Так, ладно. По карте мне вообще надо вот в храм этого Миркса. Ну, давайте вот я в эту рощу пойду. Она очищена, то есть там, по идее, мы всех уже... Мы уже всех вроде бы... Ну, отфигачили. DLC проходишь. Ну, получается так. Получается, прохожу DLC. Так, а что у нас вообще по весу? У меня вы... А, ну 162 из этих. О, сольку надо взять. Помидорчик нам не нужен. Тоже. Так, у нас тут сейчас будут жесткие, я так думаю, проблемы. Блин, а вот эти вот всякие лозы... У нас тут сейчас будут жесткие проблемы, потому что... Гля, прикол. Такая раковина, ну или как это назвать. А, это вообще дерево. В него можно зайти. Блин, короче, вы помните, что за каждую смерть в Скайриме я делаю 15 отжиманий и 15 приседаний. Так что, ну, если чё... если чё, короче... И меня тут будут часто убивать, я отсюда просто уплыву. Ну, потому что, ну его... А, кстати, отсюда можно уплыть, интересно, просто так? Или теперь, пока я тут не раздуплю весь этот экшон, что тут происходит, я отсюда уплыть не смогу? Это мне, честно говоря, интересует. Очень даже. Какие-то кости дракона валяются. Так, ну я так понимаю, вот это вот идет вход в этот, вход в храм какой-то. Это вы тоже одержимые? Руки наши были пусты. Ныне он даст им дело. Блин, офигеть, они все как одержимые строят ему какой-то храм или что. Короче, жестко. И тогда весь мир услышит. Да, прикольно. И тогда весь мир увидит. Пишут в чате, давай уже по 20 отжиманий. Да нет, спасибо. И тогда весь мир вспомнит. Мне не пока станет и 15 хватит. Здесь, в его храме. Я пришла тебе помочь. Тебе нужно уходить отсюда. Ты? Что привело тебя сюда? Зачем ты здесь? Фрея. Кто ты? Я Фрея из племени Скаалов. Я здесь, чтобы спасти мой народ. Или отомстить за него. Спасти от чего? Я и сама не знаю. Что-то завладело разумом здесь большинства жителей Солстейма. И они, забыв себя, трудятся над этими ужасными сооружениями, которые осквернили камни. Осквернили саму землю. То, что мы вспоминали. Мой отец Торн, наш шаман, говорит, что на Солстейм вернулся Мирак. Но это невозможно. В таком случае у нас двоих есть причина разобраться в этом деле до конца. Ночью ну пошли. К нам вернется... Больше мне тут нечего делать. Камню, дерево и моим друзьям пока ничем не помочь. Нужно найти способ пробраться в храм внизу. Так, что ты знаешь о Мираке? Его история стара, как сам Солстейн. Он, как и большинство, служил драконам еще до того, как они потеряли власть. Был жрецом их ордена. Но в отличие от большинства, он пошел против них. Он выбрал собственный путь. И это дорого ему обошлось. В легендах говорится, что он хотел захватить Солстейн. И драконы уничтожили его за это. Короче, не очень хороший он чувак, я так понял, этот. Тебе не победить. Члены культа? А я смотрю, Фрея бодренько с ними разбирается. Так, золото, лаванда, прах вампира, пчелиное... Одеяние члена культа. О, оно дорогое, кстати. Ну, вот остальное. Спасибо, что хранишь меня, все создатель. Он все.
Офигеть, корень Нирна, свиток гармония, слабое зелье. Не, ну если я с этой Фреей пойду, то как бы... Фрея... куда она? Глаза наши были слепы. Да куда ты нафиг уже свалила? Офигенно, ну и ну это самое... Так, дайте-ка я сохранюсь. Написали, как вступить в гильдию убийц. Заходишь в Виндхельм, там идешь направо от ворот, ищешь мальчика, который даст тебе задание, потом идешь в Ривервуд, в таверну и снимаешь номер там. Хорошо, спасибо, ну пока я на этом, пока я на острове. Хотя, может быть, стоит свалить. Ну что, теперь ты мне поможешь? Нам нельзя больше медлить. Это зло нужно искоренить. Много поколений скал. Так, мы ладно, скалы. Все создать. Мало кого из нас не... Мой отец Торн. У меня есть амуль. Если я не найду способа спасти мой народ, надеяться будет не на что. Так, Фрея, ну пойдем. Ты же со мной пойдешь? Прежде чем продвигаться дальше в храм, нужно проверить, нет ли в этих комнатах чего-нибудь полезного. А, во, поперла она. Все, нормально. Скелет золота. Однозначно полезная вещь. Еще скелет, еще золото, костная мука. Не знаю, зачем она нужна. Блин, надо будет как-нибудь алхимией заморочиться. У меня ингредиентов уже фигово гора и маленькая телега. Вот, но... Я все никак не это. Так, льняная ткань. Да что-то тут, походу, больше ничего нет. А, этот скелет я уже обыскал. Что-то тут, похоже, ничего. Блин, ты уже здесь обшарила все. Офигеть. Подожди, не так быстро, давай это. Давай как-нибудь помедленнее. Я так быстро не могу обшаривать все. Чубзиха. Делай то, что нужно. Как скажешь, что пора. Я последую за тобой. Сожженное тело, костная мука. Офигеть. Так, она там, кажется, я краем уха слышал, что делай все, что хочешь. Как закончишь, я пойду за тобой. О, сундучок. Стальная булава, но это ерунда. О, всякие яды. Чашки нам не нужны. Там в этих мисках ничего не лежит? Да нет, походу. Ваза тоже, мне это все не надо. Так. Ну все, чё? Это зло нужно искоренить. Мы должны... Ну что, теперь ты мне поможешь? Нам нельзя больше медлить. А куда? Ты куда это? Хочешь уйти сейчас, хотя мы так и не выяснили, в чем же здесь дело? Я не могу бросить все это так. Я должна остаться. А куда? Ну что, теперь ты мне поможешь? Нам нельзя больше медлить. Так пойдем, ёптить. А, во, Фрея пошла. Ну, в этих вроде бы комнатках ничего интересного. Она же сюда пойдет за мной? А, во, все, ништяк, она идет за мной. Пусть она, короче, у нас будет танковать, а я буду маговать. Так, все, нормально. Придумали эту самую. Найти! Кто там? Пора с этим кончать! Так, ну ладно, пусть идет, короче, в этот самый. Я смотрю, она их рубит. Вообще, короче, на изичах. Да не, с такой-то Фреей в это самое впереди тут можно... Твою мать. Драгур, так, гранат золота. А он уже мертвый, что ли? Блин, а откуда этот вылез-то? Этот вылез... А, отсюда. Из соседней этой. Так, член Курта. Нордская стрела. Ну, возьму. Блин, я чувствую, я на вот этих одеяниях члена культа подниму просто бабла нереально. Ягоды можжевельника. Магия восстанавливается на 75% быстрее. Кстати, это довольно бесполезная шняга. Ну, то есть, как бы, мне она не нужна. Мы должны быть осторожны в этих руинах. Повсюду могут быть ловушки, и всего немало. Да, да, это да. Крепость Мирака.
Он шел к власти и хотел защитить себя. Тыкс. Блин, мирак. Не, ну с Фрей, конечно, путешествовать прикольно. Ля, а что у тебя за закол такой в этом в руке? У него такой закол в руке какой-то прикольный. Так, Фрей, там смотри, кнопочка. Ля, она прошла, не нажала. Это редкость. Никого нет. Ну и где я враги? Я даже думать боюсь о том, что здесь происходило. Кто были те несчастные, кого запирали в этих клетках? Каким пыткам подвергал их Мирак? Делал он это по приказу драконов или по собственному желанию? Гляди-ка туда. Кажется, я что-то вижу. Тыкс, ладно, Фрея. Ты не разбит. Но я думаю, ты найдешь способ подняться. Никогда не знаешь, вдруг там найдется что-нибудь ценное. Я пока тут осмотрюсь. Продолжим, как только ты скажешь. А как же туда залезть? Надо, значит, с другой стороны, да, как-то. Ну ладно, сейчас походим, короче, этот. Блин, вообще как-то опасно, должен вам сказать. А, блин, вафельник. Ля, Фрея, кстати, подбежала уже. То есть она как бы... Если что, на подхвате, я понял. Древний драгурский меч льда. Ну, мне это не надо. Если только зачаровалку с него снять, ну, мне кажется, там толку особо нету от этого. Так, а как же туда залезть-то? Это зло. Нужно искоренить. Как же туда залезть? Не, ну явно вниз. Не стоило сюда приходить. Тут кто-нибудь есть? Ой, блин. Короче, Фрея, вперед. А может, как-нибудь без меня разберитесь. Ну... Я увидел, на что она способна, поэтому я абсолютно не переживаю за то, что ее там могут убить. А вот меня могут. Меня могут. Так, а что у меня осталось-то тут? Вот отварная говядина осталась. И все, блин. И все, блин, на самом деле. Все остальное зельями лечится. Так, ну у меня было много слабеньких зелек. Ага, у Фреи фулл хп вообще и по барабану. Так а как же сюда залезть? Неужели никак нельзя? Блин, интересное было. Чё там? Фрея, ты, конечно, красава. Тыкс, ну ладно, пойдемте вниз. Твемерский кинжал. Рецепт кузницы от ранархов. Одеяние. А что за рецепт кузницы? А ну-ка, книги. Рецепт кузницы от ранархов. Пустая бутылка из-под вина, эктоплазма, камень души. Ну ок.
Пустая бутылка из-под вина. Блин, здесь эти культисты просто стальные кинжалы. Гигантский лишайник, маленький, серебристый. О, посох живых мертвецов. Ну, посох возьму, мало ли можно будет снять с него зачарование, травяной стручок. Блин, вот эти одеяния члена культа, которые по 300 стоят, я их потом загоню. Ну, загоню я их, конечно, по меньшей цене, но все равно. Что это за хрень лежит? Травяной стручок, инструмент для бальзамирования. В принципе, все как-то так. Ну ладно, пойдемте дальше, фигли. Я так и не... Или все-таки залезть? Блин, мне все-таки хочется туда залезть. О, драгур, немножко золотишко. Вот, текс. Давайте-ка мы попробуем туда залезть. И посмотрим, что там есть. Блин, а вот как туда можно залезть? А, вот может быть по той колонне. Вот, но только вот не с этой стороны, а с той стороны. Не получится там никак. Или вот как-нибудь сюда. Теперь по этому бревну. Не, никак. Паркур, блин. Да нет, что-то тут, мне кажется, не получится. Хотя, фиг знает. Запаркурить. О, а может сюда можно запаркурить все-таки? Ну-ка. Блин, Фрея, ты уже здесь? Подсади, ёптеть. Блин, а с этой колонны на самом деле туда на изичах? Фрея, ну отойди. Не мешай мне. Не, вот фиг ли она там стала, а? Скотина. А, ой, ее уже тут нет. Она заспала, она, видимо, телепортируется. О! О-о-о-о-о! Ай, блин! Фух! Фух! Так, ну ладно, самое главное, что у меня получилось сюда залезть. Давайте сюда залезем, так. Да блин! Да как я туда залез? Опа! Ну, прыгни, зараза кошачья! Так, 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 так. Впечатляюще. Удалось достать что-то стоящее? Да нет пока. Сейчас тут сундучок. Кубок, трон. Ну, давайте смотреть, что в этом сундуке. Стеклянная булава лабуда, орочи перчатки лабуда, микстура берсерка, ожерелье настоящего купца. О, вот это мы при... этот самый. Серебряный оруч этот с сапфиром. С этого мы всего попробуем поснимать зачарки. Да, значит, с этой колонны надо было все-таки залезать. Вот, все. Разобрались. Текс. Текс, ништяк, ништяк. Ништяк, ништяк. Так, ну пойдемте теперь вниз. Теперь конкретно вниз надо идти. Так, Фрея ж бежит, если что. Да, Фрея бежит. Не, ну пока вот Фрея к нам прицепилась, как-то вообще на изичах все проходится. Эй, Фрея. А, ты давай, я очкую без тебя. Так, тут нигде нету ловушки. Да вроде бы нет. Так, ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.